1975 году актрисе Виктории Федоровой дали долгожданную визу в США. «Этот день она считала самым счастливым в своей жизни. Наконец-то все изменится», — шептала Федорова своей матери. Она уедет к отцу, Джексону Тейту, и сделает все, чтобы остаться в США навсегда. Она надеялась, что она станет, ну, может быть, не голливудской звездой, но, во всяком случае, профессионально снимающейся актрисой. Но американская мечта Виктории Федоровой разбилась вдребезги. Она жила где-то в американской провинции, у нее последний муж был пожарник какой-то. Вот. Личная жизнь Виктории шла практически по тому же сценарию, что и у матери, легендарной советской актрисы Зои Федоровой. Как будто в наследство ей достался ген несчастья. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. В декабре 1981 года в своей квартире на Кутузовском проспекте выстрелом из пистолета была убита знаменитая советская актриса Зоя Федорова. Она была очень осторожным, скрытным человеком, но тем не менее убийцу в квартиру к себе упустила. Она его хорошо знала, она его не опасалась. В 30-х и 40-х годах актриса Зоя Федорова была одной из главных звезд советского кино. За съемки в фильмах «Фронтовые подруги» и «Музыкальная история» актриса даже получила сталинские премии. Слава, вы не рассердитесь, что я вас спрошу? А когда я на вас сердилась, Петя? А позавчера. Да это я не на вас, а на Тараканова. А я думал, что это вы на меня. А это вот тетя Зоя ездила на концерты на фронт, когда фашисты поступали к Москве, 41-й год, осень. В 90-е про убийство Федоровой много писали в желтой прессе. Журналисты любили муссировать версию о причастности к нему КГБ. Ведь актриса собиралась покинуть родину. В конце 70-х она начала готовиться к эмиграции в США. В Америку к тому времени перебралась ее дочь Виктория. Там жил и ее отец, бывший возлюбленный Зои Федоровой, адмирал Джексон Тейт. Они познакомились 23 февраля 1945 года на официальном приеме у наркома иностранных дел СССР Молотова в честь годовщины создания Красной Армии. Тейт видел Зою в фильме «Подруги». Он был в восхищении от настоящей русской красавицы. А увидев ее воочию, понял, что именно с этой женщиной хочет связать свою жизнь. Но до ЗАГСа пара так и не дошла. Такое чувство вспыхнуло мгновенно. Он красавец был. По фотографиям был очень красив. Зоя Федоровна была тоже красивая женщина. И итогом вот этой любовной связи беременность. И родилась Виктория, дочка. Правда, малышку отец так и не увидел. Практически сразу после их знакомства Федорову отправили на гастроли в Крым. А когда она вернулась, то узнала, что Тейта выслали из СССР. Актриса была беременной, но Тейт об этом не узнал. Дочь Зои, Виктория Федорова, во многом повторила судьбу матери. И актерскую, и личную. Виктория тоже стала актрисой, как и мать. Не мучите меня. Говорите. В 1965 году на экраны вышел короткометражный фильм «Двое». Виктория Федорова играла в нем глухонемую девушку Наташу. Актрису немедленно причислили к разряду восходящих звезд отечественного кинематографа. Я играю в студенческом камерном оркестре. У нас послезавтра концерт. Приходите. Она была такая вот
российской Одри Хёберн, я вам сказал так. У нее вообще были вот эти вот от папы, видимо, англосаксские корни, поэтому она была такая стройная, суховатая, худая такая. В общем, не типично такой российский типаж, скажем так, славянский. О том, что она дочь американца, Вика узнала только в 13 лет. Встретиться с ним стала ее идеей фикс. Fantasy World, что, ах, я даже думала, как мы встретимся. Вот он, мы жили недалеко от гостиницы «Украина». И я всегда так думала, что вот он придет, он будет жить в гостинице «Украина», приедет ко мне, чтобы со мной повидаться, что он будет там стоять на ступеньках с газетой, чтобы я его узнала. Потом она поступила во ВГИК и стала актрисой. Вика думала, вдруг однажды фильм с ее участием покажут в США, отец о ней услышит и даст о себе знать. У Вики было внутри что-то такое маниакальное, что, во-первых, я хочу его увидеть, я хочу его узнать и вместе с тем доказать что-то такое по двум судьбам, и судьбе Зои Алексеевны, и ее судьбе. Вика активно снималась в кино и продолжала поиски отца. На это ушло много лет. Тейт успел стать адмиралом, выйти в отставку и жениться в третий раз. Когда он узнал о том, что в СССР у него есть взрослая дочь, он расплакался. Тем более ему сказал, что уже дочка выросла и так далее. Он захотел посмотреть перед смертью. Почему? Потому что он понимал, что ему немного осталось. Кстати, он не ошибся. Через 5 лет он скончается. Джексон Тейт прислал дочери приглашение, и Виктория собралась к нему в США. Но в 75-м году поехать в Америку было не так-то просто. В разгаре холодная война. А к Виктории Федоровой было особенное внимание. Ведь ее мать, Зоя, 9 лет отбывала срок в лагерях. Ее не выпускали за границу вообще никуда. Вот, людей вот с такой биографией, с такими, значит, всякими данными не отпускали. Поэтому, например, когда мы сняли фильм «Двое», его посылали сразу на всякие международные кинофестивали, но ездил только я один. Для того, чтобы ее отпустили к отцу, Виктории пришлось дать пресс-конференцию, где она заявила, что ее отъезд не имеет к политике никакого отношения. После этого ей разрешили улететь в Нью-Йорк. И она мне вдруг так шепотом сказала: «Люда, я скоро уеду». Я говорю: «Ну, понятно, мы все время все в разъездах были, так сказать, то съемки, то какие-то выступления». Она говорит: «Нет, я, видимо, уеду скоро к отцу». Ну, я тут онемела, конечно, остолбенела. Американский отец и русская дочь впервые увидели друг друга. И у нас глаза? Я посмотрела в свои глаза. То есть такие одинаковые. И по цвету, и по форме, и по всему. Вот у меня вот единственное, что я почему-то, я не знаю, вот мне глаза в глаза. Их история стала сенсацией. Ее осветили все американские газеты. Вика быстро решила, что назад не вернется. И стала искать любые способы остаться в США. Актер Савелий Крамаров тоже мечтал уехать в США. И его тоже долгое время не выпускали из СССР. С точки зрения властей, Косой из «Джентльменов удачи» и Петька Тимохин из «Большой перемены» просто не мог стать эмигрантом. Он был обласкан и славой, и деньгами. Что ему еще нужно? Он не знал, что такое дефицит, что такое нелюбовь. Суперпопулярный артист. Я не знаю, кто мог с ним сравниться по популярности. Чтобы его не узнали на улице, такого не могло быть. В итоге Крамаров написал открытое письмо президенту США Рональду Рейгану, как актер актеру. И это сработало. Его выпустили из страны. Но звездой Голливуда, как мечтал Крамаров, он так и не стал. Актер снимался в Америке только в небольших эпизодах. Странная страна, а? Да, странная и чудесная. А какие в Америке эпизоды с русскими? Он плохо говорил по-английски, причем с нижегородским акцентом. И русские какие могут быть? Только КГБшников играть или дураков? Естественно, попал под это дело и Крамаров. Савелий Крамаров умер от рака в 1995 году в одной из клиник Сан-Франциско. Его американская мечта разбилась вдребезги.
Американская жизнь Виктории Федоровой тоже оказалась совсем не безоблачной. Актриса Виктория Федорова практически никогда не играла колхозниц или продавщиц. Ее героини – утонченные женщины с несоветской внешностью. Как, например, реставратор Галина в фильме «О любви». Что вы собираетесь фотографировать? Вон тех амурет. Вот уж никак не думал, что эти мальчики могут кого-то заинтересовать. Это очень хорошие амуреты. Виктория Федорова действительно была похожа на своего отца-американца Джексона Тейта. Правда, познакомилась она с ним только в 29 лет. Роман Тейта с ее матерью, Зоей Федоровой, был страстным, но очень коротким. Американца выслали из СССР. Виктория была уверена, что ее родители разлучили не просто так. К этому приложил руку сам Лаврентий Берия. Зоя Федорова была одной из самых востребованных советских актрис. Красивая, стройная, веселая. Неудивительно, что она приглянулась наркому внутренних дел Лаврентию Берии. Однажды он позвонил ей лично. Выражал восхищение ролью Наташи Матвеевой в фильме «Фронтовые подруги». Товарищ Матвеева. Я вас слушаю, товарищ военврач. А в 1943 году Берия пригласил Федорову к себе домой на ужин. Лаврентий Павлович Берия положил глаз на Зою Федорову, вот, поскольку он был такой мужчина любвеобильный, хотел сделать ее своей любовницей. В гостиной был накрыт стол на двоих. Берия подошел к ней, подал бокал вина и схватил за руку. Зоя взяла бокал, но руку вырвала. «Извините, мне надо идти», — сказала она. Выскользнула из его объятий и побежала в прихожую. «Это не букет, это венок. Запомни», — сказал Берия на прощание. Вскоре после этой истории жизнь Зои пошла под откос. Первым актом мести актрисе оказалась разлука с Тейтом. А через несколько месяцев после рождения Вики за Федоровой пришли чекисты. И она была обвинена в шпионаже в пользу иностранного государства. И дали 25 лет усиленных лагерей. Более того, пожизненную высылку... Поселение дали ее сестре Александре. 25 лет по тем расчетам это значило, что она не вернется никогда. Позвольте мне представить вам участницу многих фронтовых концертов, участницу первого концерта у поверженного Рейхстага, заслуженную артистку республики, Лидию Андреевну Русланову. В 1948 году была арестована и знаменитая певица Лидия Русланова. В то время она была одной из главных звезд Советского Союза. От ее голоса рыдал сам Федор Шаляпин. Во время Великой Отечественной войны Русланова дала больше 1000 концертов на фронте, а 2 мая 1945 года исполнила валенки на ступенях Рейхстага. Но, несмотря на все заслуги и всесоюзную славу, в 1948 году она была арестована. Вместе с мужем, генералом Владимиром Крюковым, ее обвинили в антисоветской пропаганде и спекуляции. Она увлекалась собиранием закупкой драгоценностей и предметов живописи. И те, у кого были средства, конечно, их скупали. Истинная причина ареста, конечно, была в другом. Дело в том, что супруги дружили с маршалом Жуковым, который через несколько лет после окончания войны впал в немилость. Лидия Русланова провела в лагере 4 года. Она стойко выдерживала все невзгоды и часто давала концерты для заключенных. Певица вышла на свободу только после смерти Сталина в 1953 году. После смерти Сталина, ареста и казни Берии, которая, в общем-то, осуществилась в прямом смысле руками Жукова,
то, конечно же, его ближайший соратник, генерал Крюков, и его жена Лидия Русланова были выпущены из советского концлагеря. Ну и, собственно говоря, Русланова вернулась к привычной концертной деятельности. После ареста Зои Федоровой ее дочку Вику взяла на воспитание сестра. Ее не посадили в тюрьму, ее сослали в Казахстан. Вот. И она взяла девочку с собой, Викторию. И там ее, в принципе, воспитывала как мама. Она ее и считала мамой. Она ее и звала мамой до 9 лет. Мир Вики перевернулся после смерти Сталина. Тогда началась реабилитация по политическим статьям. И Зоя Федорова была освобождена. Замечательный почерк. Уверенность. Виктория, наконец, встретилась со своей настоящей матерью. Вот мама, я помню, в этом красивейшем каком-то платке, этом таком, с цветами. И она меня схватила, прижала ко мне. Она плакала безумно, у меня слезы такие катились. Я думаю, чего она плачет? Эту травму Виктория пронесет через всю свою жизнь. Всегда будет чувствовать себя одинокой и искать безусловной любви. А это иногда бывает обидно. Видимо, поэтому личная жизнь Виктории Федоровой складывалась очень бурно и была странным образом похожа на жизнь ее матери, даже по количеству мужей. Характер у нее был вздорный, я бы сказал так. Неплохой. Ну, такой резкий, и могла по-доброму очень сидеть, выпивать и говорить о хорошем. Могла завестись за какой-то, на мужской взгляд, ерунды. В психологии это называется деструктивный семейный сценарий. Дети сознательно или бессознательно копируют семейную модель родителей. Жизнь матери действительно очень сильно влияет на дочь, потому что родители для ребенка – это самые значимые фигуры. И, конечно, чем больше ребенок общается с мамой, привязан эмоционально к маме, тем больше он проникается именно ее какими-то правилами, ее убеждениями, ее точками зрения. Первым мужем Виктории стал режиссер Ираклий Асатиани, вторым – экономист Сергей Благоволин. Мне там Благоволин сказал, так буквально, много не рассказывал, но так, буквально несколькими фразами. Она была очень горяча в любви и очень, как бы сказать, требовательна в любви. Вот если она любит человека, она требовала от него точно такой же отдачи, как и она. Ей достаточно было 2 лет, 1,5 лет для того, чтобы расстаться с мужчиной, которого она раньше обожала. В третий раз Виктория вышла замуж за кинодраматурга Валентина Ежова. Он сильно увлекался выпивкой, а Федорова, вместо того, чтобы приструнить мужа, с удовольствием выпивала с ним вместе. На этом брак долго не продержался. Через год они развелись. Ну а следующим мужем Вики стал американец Фредерик Поуи. Она вышла замуж за день до того, как должна была закончиться ее туристическая виза в США. Американский муж не мог привыкнуть к широкой русской душе Виктории. Его шокировало то, что жена запросто выпивает наравне со своими мужчинами-приятелями из России. Можно мне тост? Он стал наливать нам водку, значит, он нам наливает, смотрит, enough, в смысле, достаточно. Мы, блин, ты краев не видишь, что значит. Он не понимает, но льет. Налил, значит, по краям и смотрит с ужасом на нас, что мы будем пить. Именно выпивка в итоге привела к тому, что американский брак Виктории Федоровой рухнул. Мало того, после развода Фредерик Поуи забрал у нее ребенка. Ее отец лишил общения. Ну, по их законам, она там, у нее были проблемы известные с наркотиками и с алкоголем. В общем, на этой почве, видимо, так это он и сыграл. У ее матери, Зои Федоровой, тоже было 3 мужа до того, как она встретила американца. И все 3 брака тоже были недолгими. Она говорила дочке, что по-настоящему полюбила только ее отца, Джексона Тейта. Потому что Зоя Алексеевна ведь
женскую жизнь тоже прожила очень непростую. Ведь практически вот эта любовь к этому адмиралу, она и стала основной историей ее жизни. У нее все другое не получилось. Она была одинокой женщиной, Зоя Алексеевна. Актриса Анна Терехова, дочка знаменитой Маргариты Тереховой, тоже очень похожа на свою мать. И это сходство не только внешнее. Судьбы обеих актрис сложились удивительно похоже. Анна Терехова давно живет одна. В личной жизни ей всегда не везло. Первый муж быстро исчез с горизонта, как только Анна забеременела. Воспитывать сына Мишу ей помогала мать. Мама, конечно, она Мишку очень-очень сильно полюбила. И первое время вообще мы у нее жили в двухкомнатной этой квартире. И, конечно, ночью, когда там ребеночек плачет, думала, господи, только бы мама не проснулась. А она, конечно, вставала и приходила, и говорила, Анечка, поспи. Я сама брала его на ручки, носила. Мишу усыновил второй муж Анны, актер Николай Добрынин. Но брак с ним тоже оказался недолгим. Семья распалась из-за измен и пьянства Добрынина. Сейчас у них с Анной остались только рабочие отношения. Анна замечательная актриса. И она, конечно, у нее есть и от Маргариты Борисовны что-то, но она совершенно другая. Сама Маргарита Терехова тоже осталась одинокой. С отцом Ани, болгарским актером Саввой Хашимовым, она рассталась, когда дочке было чуть больше 3 лет. Он не смог жить в России, а она не захотела уезжать в Болгарию. Извините, я тороплюсь, я спешу. Позже она родила сына Сашу, но кто его отец, никогда не рассказывала. Виктория Федорова тоже бессознательно копировала судьбу своей матери. И не только в отношениях с мужчинами, но и с единственным ребенком. Карьера актрисы Виктории Федоровой в СССР складывалась успешно. Еще студенткой она снялась в картине «До свидания, мальчики». С ней сам Джон Данкер в море познакомился. Потом были роли в фильмах «Урок литературы», «Преступление и наказание». Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мной. «Расплата». 2 недели как поженились, а уж столько навалилось. Ай. Она сыграла блистательно. Она сразу тогда стала знаменитой, без сомнения, справедливо знаменитой. Она была очень красивая женщина, очень красивая. А вот в Америке, куда в середине 70-х уехала жить Виктория, все оказалось намного сложнее. После замужества с американским пилотом Фредериком Поуи актриса получила гражданство США, к которому так стремилась. Она мечтала попасть в Голливуд и даже снялась в нескольких эпизодических ролях. Красивая, с большими выразительными глазами и идеальными чертами лица, она решила попробовать себя в модельном бизнесе. Виктория стала лицом компании Beauty Image, рекламировала косметику и духи. Я помню, когда она привезла из Нью-Йорка первые журналы, где она поработала как фотомодель. Ну, это божественное лицо. Они как-то поняли тоже, как ее можно использовать и снимать. Я говорю, Вика, невероятно. Она, вот, все, кому это нужно? По сути, карьера Федоровой за границей не сложилась. К тому же гонорары оказались совсем не такими, на которые рассчитывала Вика. Тогда она решила заработать на своей личной истории. В 1979 году Виктория написала автобиографическую книгу «Дочь адмирала». Но американским читателям книга, что называется, не зашла. Ну, книга – это история вот ее матери, ее рождения. Ну, в общем, вся история вот с отцом, как это произошло. Ну, книга такая достаточно наивная. Так что на мемуарах Виктория Федорова тоже не смогла обогатиться. По иронии судьбы, ее мать Зоя Федорова в те годы в СССР была намного богаче, чем Виктория в США. У нас никого не бывает. Одна только скука. Хотя снималось мало, только в эпизодах. Зое Федоровой удалось в начале 70-х переехать из небольшой двушки в элитную сталинку на Кутузовском проспекте, где жили семьи Брежнева, Андропова и Щелокова. Некоторые говорили, что это произошло не без участия КГБ. Зою Федорову давно подозревали в работе на советские спецслужбы. А еще она входила в так называемую «бриллиантовую мафию». Актриса перепродавала драгоценности и очень хорошо на этом зарабатывала.
Бриллиантовый бизнес, давайте так будем говорить, не о мафии, а бриллиантовый бизнес существовал. Были ли к нему причастны отдельные высокопоставленные лица? Могу сказать, что начиная с Министерства рыбного хозяйства и после дела, которыми я занимался, мы прекрасно знали, кто в Политбюро, в ЦК КПСС на высоком уровне занимается взятками, накоплением драгоценностей. Самой страстной поклонницей бриллиантов была дочь генсека Галина Брежнева. Вместе с подругой Светланой Щелоковой они скупали в столичных ювелирных магазинах все понравившиеся украшения. Кроме того, они придумали способ на этом заработать. Дело в том, что в СССР раз в несколько лет поднимали цены на ювелирку. И Галина Брежнева всегда знала об этом событии заранее. Перед этим она скупала драгоценности, а потом продавала их уже по новым ценам. С подачи Брежневой Федорова тоже начала спекулировать драгоценными камнями, а еще золотом, антиквариатом и редкими картинами. Она была оператором. Она сводила этих людей друг с другом. Знакомила, бриллианты вот они обменивались и так далее. Покупали у кого-то там ожерелье новое появилось, вот, хочет его продать. Вот Зоя Федорова была оператором. Ей тоже с этого что-то доставалось ей на жизнь. Виктория Федорова беспокоилась за мать. Переживала, что рано или поздно Зою или ограбят бандиты, или вновь отправят за решетку. Она уговаривала мать переехать к ней в США. И Зоя Федорова начала готовить документы для эмиграции, но не успела уехать. В декабре 1981 года в нью-йоркской квартире Виктории Федоровой раздался телефонный звонок. Ей сообщили, что ее мать убита в своей квартире выстрелом из пистолета. Отец рассказывал, говорит, мы вот буквально три шага сделали, увидели тетю Зою. У него запрокинута голова, она сидит, в руках у нее телефонная трубка. Ну, сразу поняли, что это убийство. Кому же понадобилось убивать 70-летнюю актрису? В первую очередь, подозрение пало на так называемую бриллиантовую мафию. В последние годы жизни актриса жаловалась родственникам, что кто-то регулярно присылает ей ее фотографии с выколотым левым глазом. Как оказалось, боялась она не зря. Пуля, которой была убита Зоя Федорова, пробила левый глаз актрисы. По одной из версий следствия, у Федоровой для вывоза была готова партия драгоценных камней в чемодане, который убийца забрал с собой. Я думаю, что все-таки она пыталась что-то вывести, и знали об этом. И знали. Просто ограбление. Причем людей, которые были знакомы, вхожи. Кто-то, так сказать, это дело навел. В американской прессе тогда раздули версию о том, что к убийству Зои Федоровой причастен КГБ. Якобы сотрудники госбезопасности боялись, как бы актриса не выдала тайны высших советских руководителей в США. Виктория Федорова пыталась сама расследовать смерть матери. У меня есть своя версия. Я думаю, что ее убил один из людей, которых я очень хорошо знаю, которых мама очень хорошо знала. Виктория подозревала, что к убийству мог быть причастен ее муж, американский пилот, с которым она была в очень плохих отношениях. Он часто летал из Нью-Йорка в Москву. В момент смерти Зои Федоровой, он был безработный. Он приезжал буквально накануне смерти, он был замечен здесь, в Москве, он приезжал в Советский Союз, посещал тещу свою, потом очень быстро уехал. Было связано с тем, что он предполагал, как и многие предполагали, что у Зои Федоровны в квартире склад драгоценностей, бриллиантовые россыпи. Случайно или нет, но безработный Поуи после гибели Федоровой чудесным образом стал у себя в Америке крупным предпринимателем. В конце 70-х, начале 80-х по Москве прокатилась целая волна бриллиантовых преступлений. Была ограблена вдова Алексея Толстого Людмила. В числе похищенных драгоценностей была уникальная брошь с 30 бриллиантами.
Ну и, значит, никогда она эти бриллианты не выставляла на показ. Ну а тут ей уже за 80 решилось тряхнуть стариной, как-то когда-то в них все-таки покрасоваться. Выяснилось, что там в числе других присутствовал Борис Бурец. В то время, значит, артист цыганского цирка. Борис Буряца, сын цыганского барона, в те времена был любовником Галины Брежневой. Вскоре в Москве была ограблена и дрессировщица Ирина Бугримова. У нее тоже похитили редкие украшения с бриллиантами. А накануне ограбления купить ее коллекцию пытался все тот же Борис Буряца. Связали когда воедино и одно ограбление, и второе. Поняли, что почерк один. И, в общем-то, и там присутствовал один человек. Возбудили уголовное дело уже против одного человека, против Бориса Буряца. Дали ему, в конце концов, 5 лет. Проводил он их в Апшеронской ИТК, в Краснодарском крае. Там же он, собственно, и сгинул. По слухам, Буряца могла навести на любительниц бриллиантов сама Галина Брежнева, которая мечтала заполучить редкие украшения. Но ей, как дочери генсека, конечно же, никто не предъявил никаких обвинений. Убийцу Зои Федоровой так и не нашли. После смерти матери американская жизнь Виктории пошла под откос. Звезду советского кино, актрису Зою Федорову, жестоко убили в собственной квартире на Кутузовском проспекте. Милицию вызвал племянник Зои, Юрий Федоров. Ему позвонили взволнованные соседи и сказали, что не видели актрису уже 3 дня. Отец взволнованный приехал домой, начал собирать, ну, у нас там ящик, где инструменты все лежат. Начал собирать в сумку инструменты, складывать. Я говорю, зачем они тебе? Он говорит, не могу дозвониться до тети Зои. Вдруг с ней что-то плохо, надо будет вскрывать квартиру. Милиционеры, приехавшие на место, увидели страшную картину. Актриса сидела у зеркала с телефонной трубкой в руке, с простреленной головой. Пуля прошла на вылет через левый глаз. Она сидела в кресле, значит, на ней был, знаете, такой старый, квадратиками стеганный, серьезно потертый халат. Женский. Была на босу ногу в шлепанцах, и, по-моему, на одной из ног был такой дырявый шерстяной носок. Убийство Зои Федоровой стало тяжелым ударом для ее дочери, Виктории. Она не смогла даже проводить ее в последний путь. То есть ее не впустили в Советский Союз на похороны? Вот. Я думаю, это правильно сделали. Почему? Потому что она была втянута в эту антисоветскую кампанию, сбежала из Советского Союза. Выйдя замуж за американца, Виктория стала гражданкой США. Правда, через несколько лет супруги расстались. После развода суд встал на сторону отца, оставив сына с ним. Викторию обвинили в том, что она злоупотребляет алкоголем. И это было правдой. Она любила выпить, но она не была алкашка здесь, во всяком случае. Бывший муж позволял ей изредка встречаться с сыном. «Привет, Крис!» Виктория захотела обнять мальчика. «I don't want to walk with you», — ответил Кристофер и увернулся от объятий. Сын Федоровой превратился в 100-процентного американца, который не знает ни слова по-русски. У нее в это время, конечно, были срывы большие, когда вся жизнь в Америке в этом браке разладилась. Она тоже уходила в какие-то запои там, боролась с этим. В 1998 году Виктория Федорова последний раз приезжала в Россию. Она хотела принять участие в биографическом фильме о Зое Федоровой по сценарию Эдуарда Володарского. Также она планировала сняться в главной роли в фильме «Западня» о русских в Америке. Актриса даже хотела остаться жить в России. Певица Любовь Успенская вернулась в Россию после 16 лет жизни в США. Она эмигрировала туда вместе с мужем в 1978 году и там же начала свою карьеру.
Певица зарабатывала выступлениями в русском ресторане «Садко», но там ее знал только узкий круг поклонников, выходцев из СССР. И получается, что там же, в Америке, опять же, в ресторане, где она пела, выступала, да, и куда приходили русские, она как раз-таки познакомилась с известным шансонье, это Михаил Шафутинский и Вилли Токарев. И можно сказать, что они отчасти помогли ей заработать некую популярность. В 1991 году Любовь Успенская организовала большие гастроли по России. Ее привлекли гонорары. Они были намного больше, чем она зарабатывала в США. В 93 году она сняла клип на песню «Кабриолет». Через год та стала песней года в России. А я сяду в кабриолет. Ее выступления вызвали небывалый ажиотаж. В итоге певица осталась в России и стала королевой шансона. До сих пор песни Успенской звучат из динамиков чуть ли не каждого таксиста. Вернулась в Россию и самая знаменитая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко. Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. В начале 90-х она уехала в США к мужу, голливудскому актеру и режиссеру Максимилиану Шеллу. Актриса надеялась на то, что тоже станет звездой Голливуда. Однако муж запрещал ей сниматься. В 2005-м Андрейченко развелась и вернулась в Россию. Можете за договор ставить? Но на родине актриса оказалась уже не очень нужна режиссерам. К тому же она явно переборщила с пластическими операциями. Ее почти не узнать. Но сама Андрейченко собой, похоже, довольна. Молод душой – это значит молод телом. Потому что не в здоровом теле здоровый дух, а у здорового духа тело здоровое. А у Виктории Федоровой вернуться на родину не вышло. Ни один из проектов в России у нее не сложился. Актриса поняла, что не нужна тут. Режиссеры называют ее исключительно дочерью Зои Федоровой. Виктория вернулась в Америку и попыталась построить тихую семейную жизнь. Последним ее мужем стал рядовой сотрудник пожарной охраны. Они купили дом в Пенсильвании. Виктория начала заниматься керамикой. То есть человек, который себе места не находил, она бурлила, как вообще фонтан. И все, и вдруг вот такие занятия – писать, керамика. Может быть, вот то все перегорело, и началась другая жизнь. Но другая жизнь продлилась недолго. У актрисы обнаружили рак легких. А потом опухоль мозга. В последний год она почти не выходила из дома. 5 сентября 2012 года Виктория Федорова умерла в возрасте 66 лет. Она вела такой закрытый образ жизни, совершенно уединенный. И вот этот мужик с ней был рядом, который, значит, вот так с ней оказался в последних днях. Жизнь матери и дочери закончилась по-разному. Если Зоя Федорова встретила смерть в одиночестве, рядом с Викторией в ее последние часы был любящий муж. Но в остальном сценарии их жизни оказались удивительно похожи. У обеих было несколько мужей и американская любовь. Их преследовали неудачи. У той и у другой был, казалось, какой-то ген несчастья, который передавался по наследству. Только на экране они и были по-настоящему счастливы. Их прекрасные роли остались нам на память.